Dennis Houston. Good morning to the 76, Spirit of 76 crew. Thanks a lot, Chris. Great wake-up music. And our pilot, the prophet, he said he predicted John Philip Sousa this morning, and you didn't let him down. I'm glad to hear it. Chile, we got a maneuver to GEO 3.1 kickoff right away. You probably see it in the timeline there. Here it goes. Atlantis Houston, your go for undocking on time. Copy, go for undocking on time. Physical separation. Copy, physical separation.
And he's in Atlantis. We show about 35 degrees more to go in the fly around, and we'll be stopping on the plus R bar for the Submarine. Copy, Chile. We concur. Looking great. Rick's doing a great job. And the Houston Atlantis separation is complete. Copy. Set burn's complete. Just a great docked and rendezvous. We're going to pass along a farewell and best wishes for a great flight to Shannon and the crew of Mir 21. Okay. Great fly around, Rick. All of you, just great job operating the docking system. Just the whole docked mission went spectacular. Thanks for everything, Dave. It's kind of a sad thing to see Mir disappearing on us here. Картинку сейчас. Да, Юр, принимаем. Но вот такое ощущение, что он, видишь, уходит немножко. А куда он денется? Конечно, уходит. Нет, я имею в виду не по оси стыковочного отсека, а в смысле, вбок влево, уходит. Влево. Mm-hmm. Так, дальность какая, Юрик, дальность? Это небольшая, наверное, около 10 метров. Вот, подсказывает, 70 футов дальность. Фут это 30 сантиметров, как принято. Да, делим на 3. Да. Или умножаем? Умножаем. Около 20 метров. Вот я начал, здесь появляется уже. У меня набрана информация 0036 10 0 7 0 0 7. Принимаем, да. Вы, так сказать, когда введете, переходите на режим у кого один. А, понял. После 0 7 переход на режим у кого один. Да, приняли правильно. Значит, можно. Раз. Ага. Ну, здесь небольшие заставочки. Да, наблюдаем вот. Чью-то... Шеннон наблюдает за шаттлом. Понял. Юра,
Да, слушаю. Вот знаешь, слушаю, это самое, время похоже, что выдача импульса на расхождение шаттла 5.07.08. 5.07.08? Да. Вот такую картинку мы уже не видели. Да, ну это... А, в смысле вживую, да, вот, сейчас? Фото, фото. Мы сейчас вживую наблюдаем. Попробуй фото снять, кадр на фоне космоса. Хорошо видно, что облетает. Это с девятого, что ли, да? Да, это с девятого. Девят, ну видно большой, да. Юр, так это что, запись, да, идет, продолжается? Да, это все запись. А. Ну, у нас немножко на холмишек записано, это ну, комфортеры. Да. Ну, мы специально подольше держали план, так чтобы можно было потом монтировать. Красивый кадр, конечно. Да, очень красивый, это, пожалуй, один из самых удачных. Вообще картинка из учебника, да? Да, вот я не знаю, видите ли вы, когда двигатели подрабатывают красиво? Ну вот, да, похоже, что видно немножко. Вот сейчас, вот. Программа, нет? По сборке схемы есть, да, вы уже смотрели, просто в 24-й форме не нашли. Это на когда работа планируется, тестовое включение пакета евромеровского? Сейчас вот Саша рядом со мной посмотрит, это где-то в первых числах, по-моему. Ага, будет добр. Вот подработали движки, да? Да, очень красивая картинка. Вот еще раз подработали. Ребят, 1 числа. Спасибо. Спасибо. 1 апреля, правда, не надо верить. Не поверю. Вот. Я думаю, что это уже непосредственно перед посадкой. Они уже стотер там, поэтому... То есть непосредственно перед заходом, перед, да? Перед маневром, наверное, окончательным на спуск.
сейчас красиво, да? Если на фоне гор, да? Это где-то уже Памир, по-моему, вы проходили, или да, Тяньшань там какой-то, да? Тяньшань, наверное. Ага. Это Китаю ближе. Отличная картинка. Монитор здесь не очень хорошего качества, поэтому в розовое немножко дает красоту. Знаешь, честно вам скажу, что бывает гораздо хуже. Спасибо. Вот тоже хорошее, это из пятого иллюминатора, где я появлялся. По вектору он уходит, да? Да, похоже. Как-то непривычно, что самолет вроде как спиной, да, знаешь, спиной вперед летит, а? Я то же самое. И вообще, мы настолько привыкли к каким-то нашим формам, что... Да. Самолет и элементы конструкции станции настолько непривычно смотрятся. Самолет есть самолет. Может быть, у американцев немножко другое восприятие. Вот я тоже поймал себя на мысли, что разное совершенно вот по конструкции. Но тоже очень красиво смотрится. Вот в темноте вроде нормально. Ну, тут по всем иллюминаторам бегали, чтобы где-то поймать картинку. И ребята молодцы, очень хорошо, конечно. Юра, как оператор это. Я не ставлю оценку, но, наверное, на 5. Ты полный, батюшка. Спасибо. Вот, отработали, да? Как будто фару включаю. Да, очень интересно. Особенно вот носовые двигатели. Очень красиво. Василий, да. Вот обрати внимание, пожалуйста, на эти кадры. Ага. Вот у нас один лепесточек был завернут, вот тот дальний, а вот сейчас еще ближний вот этот завернулся. Так, ты мне сориентируй, пожалуйста, это на какой чего-то я? Это на спектре? На спектре, ага, я сейчас на макет смотрю как раз, да.
that, Rick. Thank you very much. We're about 3 minutes from the ZOE. We'll pick you back up at 4 hours and 35 minutes.